Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Минтранс отказался упрощать правила перевозки домашних животных в самолетах. Как пишет газета «Известия», в ведомстве отметили, что идея установить единые габариты является нецелесообразной. Ранее с упрощением норм выступило Общероссийское объединение пассажиров. Уточняется, что инициаторы предложили разрешить перевозить животных в переносках с весом 8 кг и с габаритами по сумме длины, ширины и высоты не более 115 см. Также члены общества предложили доплачивать за перевес. На этом пока все. Больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!